Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Наконец-то настали теплые деньки, и я могу снимать периодически ролики на улице. Настало время гриля. Вы, конечно, будете смеяться по поводу испанской зимы. Все смеются, пока одну зиму не проведут здесь. Ха-ха-ха, плюс 12, плюс 14, а минус 35 не хочешь? Хочу. Пока я жил в России, то по работе регулярно мотался в командировке в Новую Уренгой, а там минус 35, такая нормальная зимняя температура. И зимой я там ходил в офисе в пиджачке, потому что дресс-код, в кабинете сидел в рубашечке, потому что жарко. В гостиницу возвращался, в маечке ходил, потому что жарко. Жарко пипец, как приходилось окна распахивать, для того, чтобы хоть немножечко сделать температуру более-менее приемлемой для жизни. То есть вся жизнь среднестатистического россиянина в зимнее время происходит либо в квартире с центральным отоплением, либо в каком-нибудь там рабочем помещении тоже с центральным отоплением. А вот в Испании домов с центральным отоплением я как-то не встречал. Вот студенты на лекциях сидят в верхней одежде, потому что холодно в помещениях. Да вы сами себя вспомните, когда по осени температура на улице до плюс 14, плюс 15 упала, а отопление еще не включили. Как вы забываете в интернете? Вот то-то же. Вот и мы здесь за зиму так намерзаемся, что на улицу выходим погреться, и я не преувеличиваю. Короче, за зиму мы так намерзли, что хочется чего-то яркого, горячего, грильного, мексиканского, а может азиатского. Короче, буду валить в кучу все кухни мира. Мне понадобятся куриные крылышки, кукуруза, лимон, красный лук, авокадо, помидор, лайм, острый перец, чили, лук, фасоль, тоже готовая, консервированная, томатная паста, зеленый горошек, тоже консервированный, масло оливковое, соус вустерский, соевый соус, чили перец сухой, собственно, даже не чили, это кайенский, зира, черный перец, кориандр, коричневый сахар, или можно мед взять, соль, короче, прочитайте все. А начну я с приготовления соуса для глазировки, хотя нет, сначала займусь кукурузой. Обжаривать лук и чеснок нужно до румяности, для того, чтобы горечь уже ушла, а луковые сахара начали карамелизовываться. И только после этого можно добавлять томаты. И вот на этом этапе окончательно доводим соус до вкуса. Он должен быть острым, сладким, кисло-сладким, слегка солоноватым, короче, таким ярким. Теперь крылья. Концы надо отрезать, они пойдут в морозилку. Позже из них буду варить концентрированный красный бульон. Ролик на канале был, если пропустили, вот смотрите. Крылья надо разделить на две части. Их есть так удобнее и готовить. А вот теперь небольшое извращение. Можно, конечно, их засолить, замариновать и ждать долго. Я предпочитаю ускориться. Накачаю их соевым соусом. Это и быстро, и вкусно.
как вы видите, я собираюсь их готовить на непрямом жару. Так они пропекаются лучше. Но выкладывать их нужно на раскаленную и на чистую решетку. Поэтому я сначала одну сторону решетки прогрел, очистил ее, развернул. И вот на чистую сторону уже положил крылышки. Профит. Пока они запекаются, займусь мексиканской частью. Буду готовить гуакамоле из авокадо. Лук, чеснока, чили, перца, лайма, соли, масла, лимона и помидоров. Вот такой наборчик. Так, гуакамоле. Гуакамоле готов. Надо проверить, что там с крыльями. Так, ну их, наверное, уже можно переворачивать. Смотрите, они даже сверху немножечко такие потемнели. А кукурузу уже вытащу. Хватит ей уже греться. Надо добавить немного ароматного дыма. Открываю кусок фольги. Это у меня щепа от бочек из-под виски. Ну и последняя штучка. Гарнир очень простой. Фасоль и горошек. Их надо разогреть. Они уже практически готовы, осталось только глазировать, немножечко прогреть и все. Так, для красивой подачи я купил в магазине вместо лепешек мексиканских вот такие вот лодочки. Тоже, кстати, мексиканские, баркитос на испанском. Мне кажется, очень удобно. Вот такая барбекю фьюжн вечеринка у меня получилась. Извините за шумы, ремонт идет. Лето началось, значит, пора ремонтов началась вот у нас в поселке. Так, а начну я с гуакамоле. Прямо этой лодочки. Обожаю гуакамоле. На удивление. Вроде я вырос в Татарии, хоть русский мальчик, выросший из Татарии, ничего слаще апельсина никогда не видал. Я апельсин-то встречал. В лучшем случае раз в год, когда папа привозил из командировки из Москвы. Но такой экзотический для меня фрукт полюбил всей душой. Классная штука. Теперь крылышко. Вот это. Смотрите, какое красивое. Идеально пропеченное. Очень яркое. Внутри солоноватое мясо. Вкус соевого соуса. Снаружи
сладко-кисло-острый, очень пряный такой, очень острый, хорошо согревающий вот этот соус, глазурь вот это. А! Слушайте, класс, просто класс. Это то, что я люблю. Ну и гарнирчика, бобовых, да, в мексиканском стиле. Нажористо, крахмалисто, сладкая кукуруза, сладкий зеленый горошек и такая картофельно-мясистая фасоль. Просто класс. Слушайте, мне кажется, барбекю-вечеринка в стиле фьюжн у меня удалась. Не знаю, как вы считаете. Напишите, чтобы вы добавили к этому классному столу. Напоминаю, по промокоду Фреско вы можете получить вот такие классные рептил Самура. Классные ножи из AUS-10 с ребристой рукояткой, с удобным выступом под большой палец, если нужно что-то там почистить. Заточка на линзу, для тех, кто понимает. AUS-10, на мой взгляд, одна из лучших ножевых старей для кухонников. Большего им и не нужно. Промокод Фреско, вас ждут скидки. Спасибо за компанию, всем пока!